Сегодня мы присутствуем на открытии школы, как любой приличной школы, есть 1 сентября, есть момент знакомства, такой небольшой праздник, общение учителей с будущими учениками. Собственно, они уже являются учениками школы, они уже зарегистрировались. Вот. Эта школа явилась третьим вариантом из трех, которые мы прорабатывали для того, чтобы не исчезло образование на русском языке. Это общеизвестно. Сначала мы просили правительство в силу невозможности нормального перехода на эстонский язык обучения сохранить возможность у шести нарвских школ преподавания на русском языке. Нам отказали. Затем мы хотели создать отдельно муниципально-частную, ну, форма не имела значения, главное это слово муниципальный, русскую гимназию. Как только эта информация появилась, тут же очень резко с помощью канцлера права стали менять закон о частной школе. То есть этот вариант у нас тоже отобрали. И осталось одно единственное. Нам надо, во-первых, дать детям возможность, тем, кто не понимает и, скажем так, получает недостаточно знаний для будущего выбора профессии, дать им возможность на родном языке все это осваивать. Вот. А с другой стороны, я не верю в то, что это может длиться бесконечно. Рано или поздно произойдет смена власти, вопрос будет пересмотрен, и мы будем восстанавливать русскоязычную гимназию. Для этого нам надо сохранить какое-то ядро, не дать его выморозить. И вот эта вот школа, которую мы условно пока называем школа точных наук, она служит как раз вот этой цели. Вот, собственно, если коротко о школе, то все.